Финал хоккейный марафон. Паре матч Кыздар, хоккей Лига Асы. Третий решающий тур. И начался этот тур с игры между Томирис и Торпедо. Ну такая игра в одни ворота получилась, да, 8 шайб безответных забросил Томирис. Ну давайте обо всем по порядку. Довольно-таки быстрый гол в этой встрече получился. На третьей минуте он случился. Дарьян Молдабай счет открывает. Счет становится 1-0. И казалось бы, да, ну вот сейчас как посыпятся заброшенные шайбы, так посыпятся. Ну, не решена эта фраза истины, да. На четвертой минуте все-таки вторую шайбу забрасывает Ашимова у Томирис. Затем на седьмой минуте Анастасия Оразбаева делает счет 3-0. Ну и тут уже точно показала, что разгрому быть, и никаких шансов у Торпедо не было. Но Торпедо, чести ради, надо отметить, что старались девчонки, пытались атаковать, но где-то не хватало опыта, где-то сил не хватало, так как по большей части приходилось обороняться. Ну и в итоге на 16-й минуте первого периода Молдабай делает дубль. На 16-й минуте случилась эта заброшенная шайба. Ну а второй период сменил первый. И пятую шайбу на 28-й минуте забрасывает Ольга Широкова. Отличный гол получился под перекладину. Затем уже на 36-й минуте Лия Ивина забрасывает шестую шайбу. Надо отметить, что во втором периоде Торпедо играл в формате 5-3, но надо сказать, что не так долго, да, там 11 или 15 секунд, если не изменяет мне память, это было. Но в итоге не смогли реализовать численное преимущество номинальные гости. И во втором периоде больше ничего не случалось. Но вот в третьем периоде все-таки увидели мы заброшенную шайбу. Екатерина Куценко, сначала Александра Голотвина, да, прошу прощения, на 44-й минуте была заброшена шайба. Такая она, там сетка даже порвалась, пришлось арбитру посмотреть, правда ли она зашла в ворота. Ну а затем на 46-й минуте Екатерина Куценко делает счет 8-0, ставит окончательную точку в этой встрече. Ну и надо отметить, что у Торпедо в третьем периоде были моменты. Был выход 1-0 в меньшинстве. И в концовке матча все-таки Торпедо смог поддавить немного. И несколько раз очень опасно бросили по воротам. Но не хватило хоккеистки на пятаке, чтобы добить отскок. Первым быть на отскоке, да. И счет размачивать. К сожалению, не случилось этого. Ну и Томирис выигрывает эту встречу. И еще стоит отметить, что Томирис все 8 шайб забросила, играя в равных составах, то есть 5-5. Но это все, да. Окончательный счет на ваших экранах. 8-0. Победа Томирис.